Салют, братишки и сестренки, у микрофона Мистер Кей. Сегодня у нас будет действительно необычный сервер Simple Roleplay. Это самый крупный RP-сервер с бонусом, на котором онлайн достигает 1500 игроков. А во-вторых, разработчики действительно стараются делать интересные системы, о которых я, собственно, и расскажу. Так что заходите, не пожалеете, IP-адрес и ссылки можно найти в описании под видео. Появившись на сервере и не зная, с чего начать, можно обратиться к NPC, стоящему буквально в двух шагах. Он покажет все основные места, расскажет о них и посоветует, что делать. Не на многих проектах встречается такая штука, но порой она бывает крайне полезна новым игрокам. В Лас Вентурасе ты сможешь найти охотника, который выдает работу и, соответственно, платит за ее выполнение. Вначале ты получаешь винтовку, дичь, которую нужно пристрелить, и район, где эта дичь находится. Мне выпала корова, видимо, убежала от фермера. Приезжаем на своей машине в указанный район, находим цель и аккуратно паркуемся неподалеку. Не подъезжайте слишком близко, иначе спугнете дичь. Затем открываем заранее багажник, выходим из машины и пытаемся убить ту самую корову. Кстати, вы можете без проблем убить и другое животное, но тогда охотник заплатит вам в два раза меньше. Поднимаем тушку, кладем ее в багажник и возвращаемся туда, где брали работу, после чего достаем дичь из машины и продаем ее. Хочу сразу вас предупредить, что на сервере нужно завершать предыдущую работу, прежде чем начать новую. Поэтому, если вы не планируете больше сюда возвращаться, тогда увольняйтесь. Перемещаемся в спортзал. Тут, как ни удивительно, можно повысить свои показатели силы и выносливости, обучиться новым приемам и сразиться с другим игроком. Упражнения происходят как и в одиночной игре, нужно нажимать кнопки. Нудно, долго, по-аутскульному, как мы и любим. Не закончив тренировку и на 2%, я решил, что готов выйти на ринг и побороться за миллион долларов, но это было весьма глупо. На Simple RP имеется и угон автотранспорта, база работы расположена в Сан-Фьеро. Также устраиваетесь, получаете внутри задание и отправляетесь в указанный район на поиски. Отыскать машину достаточно просто, какой бы она ни была, всегда будет припаркована очень аккуратно. Садимся в машину, и тут у нас появляется мини-игра, пройдя которую транспорт заведется и можно возвращаться обратно в гараж, где нам и заплатят заветные денежки. Из развлечений на сервере мне захотелось выделить воздушные шары. Думаю, многие из вас уже летали на них, но этими можно управлять. Вы можете установить скорость движения по вертикали и горизонтали, а затем самостоятельно управлять полетом. Это действительно круто и захватывающе. Только не переборщите со скоростью, иначе можете вылететь из корзины. Для людей, которые хотят хорошие и уникальные дома, предусмотрена стройка недвижимости на воде. Если вы внесете свой вклад в строительство, то встанете в очередь на заселение. Дома на воде позволят вам не только жить прямо в океане, но и еще владеть собственным водным транспортом. Даже несмотря на то, что сервер с бонусом, потребность в деньгах будет появляться. Если вам лень добывать их законными путями, то ограбление банка для вас. Правда, одному справиться с этим не получится, желательно выезжать на ограбление целой толпой. Врываемся в банк и наставляем прицел на сотрудника, который под страхом без труда отдаст ключи от дверей. Пробираемся глубже внутрь и пытаемся отключить электричество, дабы система безопасности упала, и мы могли пройти дальше. Происходит это посредством мини-игры, и желательно заниматься этим двум-трем людям, не более. Остальным придется сдерживать натиск полиции, которые явно не захотят, чтобы вы получили деньги. Поскольку все ограбление занимает немалое количество времени, то от полиции придется отстреливаться в любом случае. Отключив электроэнергию, пробираемся еще глубже к сейфу, где закладываем добытое заранее взрывное устройство. И после взрыва каждый бандит может начать отхапывать себе часть куша в виде золотых монет. После ограбления, если вам, конечно, удастся уйти, золотые монеты можно обменять у барыги. Заполучив денежки, можно прикупить и дом, и создать собственную семью. Как лидер семьи, ты сможешь обзавестись собственным автопарком, то есть купить понравившуюся машину в автосалоне, заранее установив место спавна для них, и в дальнейшем ими смогут пользоваться все члены семьи. Открывает новые горизонты для игры с друзьями, скажу я вам. Автомобили также неплохо было бы затюнить. Тюнинг на Simple RP выглядит божественно. Мне очень понравилось. Заезжаем в тюнинг-салон и выбираем все детали, которые хотим поставить. Перед тем, как что-то выбрать, можно оценить ее в предпросмотре, что несомненно удобно.
Помимо обычных вещей по типу дисков, спойлеров и так далее, есть еще и серверные фишки, например, автоматическая коробка передач. Да-да, иначе вам приходится переключать передачи самостоятельно. К этому быстро привыкаешь, но гораздо удобнее вовсе об этом не задумываться. Если вы закончили с выбором деталей, отправляемся на кассу для оплаты. Затем возвращаемся назад и самостоятельно устанавливаем все детали. Видимо, на оплату работы механиков у автомастерской денег не хватает. Что же, друзья, вот такой он Simple Roleplay. Настоятельно рекомендую заглянуть на него и сделать уже выводы конкретно для себя. Вся информация, напомню, есть в описании. А меня зовут Мистер Кей. Удачных вам игр!